BCIP, видимо, во время презентации очередного такого экскурсионного тура на Акрополь, в состоянии, на мой взгляд, полнейшего аффекта, воскликнул: «Ты чурбан, если ты не видел Афин. Если ты видел и ты не восторгался, то ты осел. А если ты добровольно покинул Афину, то ты верблюд». Вот нам с вами предстоит побывать, в принципе, во всех этих трех ипостасях. Но мы с вами действительно сейчас направляемся в самую древнюю столицу Европы и одновременно самую молодую европейскую столицу. Ну и, конечно, чуть позже мы будем немножечко с вами говорить об истории города. Продолжим говорить об истории Афин. И завтра, когда будем находиться на высоте Акропольского холма, 156 метров над уровнем моря высота именно этой Акропольской скалы. Ну а сегодня мы с вами совершим такую поездку по Афинам. Она у нас будет совмещенная автобусно-пешеходная, то есть будем периодически останавливаться, периодически что-то, какие-то отрезки мы с вами будем проходить, чтобы чуть лучше увидели Афины. И сделаем остановку на стадионе Калимарбара или Панафинейский стадион, который был построен специально к возобновлению Олимпийских игр. Сделаем с вами остановку на площади Синтагмы перед зданием парламента, посмотрим смену караула. Я надеюсь, что нам с вами удастся спуститься в метро Афинское. Оно стоит того посмотреть. Не, соответственно, как ходят поезда, а вот как оформлена каждая станция метро, потому что это такие мини-музеи. Практически все центральные станции, они так и выглядят. Вот такой мини-музей мы с вами сегодня увидим на станции метро Синтагма. Потом увидим три классических, неоклассических зданий, которые были построены по проекту датских архитекторов Хансенов. А я вам уже сказала, очень многое в Европе строили, в частности, в Вене строили эти братские архитекторы. Датские архитекторы. Также мы с вами видим первое здание парламента. Соответственно, после вот такой вот вечерней поездки, прогулки тире, мы с вами оказываемся уже снова в нашем отеле. После многовекового запустения и упадка он возрождается вновь как столица небольшого балканского государства. Лишь только 180 лет назад. И в центре современного города сохраняются прекрасные памятники, замечательные памятники искусства классического периода, прежде всего искусства эпохи Перикла, 5 века для нашей с вами эры. Это Акрополь с его знаменитыми храмами Парфеноном, Эрихтейоном, многочисленные постройки старого года, города. Ну и, конечно, не менее интересны те сокровища, которые хранятся в афинских музеях. Это собрание античной скульптуры в музее Акрополя, в котором мы тоже завтра окажемся. И Афины, конечно, афинский Акрополь, так же, как и метеоры, он входит в двадцатку значимых объектов мирового культурного наследия. Это по последней классификации канала BBC и ЮНЕСКО, которые рекомендованы к посещению каждого уважающего себя человека. Ну и, конечно, речь-то идет не просто о каком-то городе, речь идет об Афинах. Речь не идет просто о каком-то Акрополе, а об Афинском Акрополе. Ведь само слово Акрополий действительно переводится как «верхний город». И это самый древний город действительно в общем-то, в Европе, который будет нас с вами, надеюсь, что завтра восхищать вот теми зданиями, сооружениями, которые мы с вами видим. Ну, конечно, вот такой невысокий скалистый холм, который позже будет называться Акрополем города Афин, уже с древних времен будет привлекать человека в очень удобное место для проживания. И он возвышается, во-первых, с другими холмами, которые расположены по соседству, среди долины, которые со всех трех сторон, с востока, запада и севера, окружена горами. Пенделей, Галея, Эгалеты и Парнеты. И вот склоны холма, высота которого 156 метров над уровнем моря, они крутые и неприступны со всех сторон, кроме западной, что обеспечивало, конечно, безопасность расположенного на нем поселения. Но расстояние в 5 километрах от моря позволяло уже жителям той эпохи использовать практически все блага приморской жизни, но в то же время ограждало город от нападения с моря. Возвышенность была обеспечена питьевой водой. Вот уже в эпоху нового каменного века, того самого неолита, здесь появляется первое поселение, о чем нам с вами свидетельствует раскопки, которые были проведены археологами. Это неолитическое поселение
второго тысячелетия до нашей с вами эры сменяется укрепленными поселениями микенской эпохи. Именно к эпохе микенских греков относят как раз все те истории, о которых мы сегодня с вами говорили, и город в это время был окружен стеной, которая была построена как раз по бластву циклопических стен Микены и Тиринофа, и была названа по имени древнего легендарного народа, который когда-то населял Аттику, пелазгов. Стена называется Пелазгикон. Остатки этой стены мы с вами очень хорошо завтра будем видеть, когда мы просто будем видеть весь Акропольский холм. Главный вход на Акрополь, он находился на западе, но существовал еще и тайный на северо-востоке скалы. Это была лестница, высеченная в скале, которая вела в подвальный и подземный проход, выходила к находившемуся на Акрополе дворцу царя Басилея. Этот дворец, кстати, упоминается в произведении Гомера или Илиады Одиссея. Ну а подножие Акрополя жители той самой микенской эпохи в основном, конечно, хоронили у своих умерших. И в результате археологических раскопок были обнаружены захоронения, которые датируются 14-13 веками до нашей эры. Конечно, Афины того времени и по размерам, и по богатству, все они значительно уступали могущественным центрам Пелопоннеса, прежде всего Микены, Тиринф, Пилос. Это было второстепенное, сравнительно небольшое поселение. Но именно к микенской эпохе восходят очень многие греческие мифы, которые как раз в форме таких поэтических сказаний были притворены сохранившиеся в памяти народа события реальной истории. И, конечно, именно к этому периоду афиняне, они относят мифы о древнейших царях своего города. О Кекропе, Эрихтее, Тесее, Эгее. Но, как и вся микенская Греция, Афины, они, конечно, не избежали потрясений, которые были вызваны нашествием северных греческих племен, дарийцев, которые двигались несколькими волнами, начиная примерно с 12 века. Ну и в Афинах, как и в Микенах, как в Тиринфе, также обновляются крепостные стены. Но те враги, которые спешили на Пелопоннес, златобитные Микены, они, конечно, прошли мимо, не тратили сил на осаду, потому что неприступность этого поселения была, в принципе, очевидна. Афины не только сами избежали разорения дарийцами, но и послужили еще и местом убежища для большей части вытесненных дарийцами микенских греков. И вот поэтому целые районы города, они распространяются на северо-северо-запад города, они заселяются теми вытесненными после дарийского вторжения микенских греков. И Афины того периода, они, хотя и не подвергались такому разрушительному дарийскому вторжению, но государство микенского типа в нем не сохранилось, потому что власть вот того единоличного правителя, того самого Басилея, она уступила, конечно, власти родовой знати. Сведений о городе 7 века сохранилось катастрофически мало. Больше известно о городе 6 века, потому что начало века – это время реформ Солона, очень мудрого афинского законодателя, правителя. Именно реформы Солона они послужили первым шагом к образованию демократического государства. И вот к северо-западу от Акропольского холма сооружается новый центр общественной и политической жизни, так называемая Агора. Здесь возводятся здания для новых, как раз учрежденных законами Солона, органов управления государством. И также для старых органов тоже выстраиваются новые здания. Акрополь в этот период превращается исключительно в религиозный центр. И значительной постройкой в этом периоде будет, конечно, являться самый древнейший из всех известных храмов. Это старый храм богини Афины. Ну, а к западу от Агоры располагается новый район, район ремесленников, металлургов, к северу, к западу, район гончаров, который называется Керамик. И интенсивное строительство велось в Афинах и в период тирании Писистрата. Это середина, вторая половина 6 века до нашей с вами эры. Старый храм Афины, он в это время был обнесен новой колоннадой. На месте ворот микенского периода были построены новые ворота, то есть были заложены пропилеи, был проложен водопровод от склонов горы Гемет, который как раз нажав город водой. И именно в юго-восточной части города Писистрат начинает постройку огромного храма Зевса Олимпийского. Я забегу вперед и скажу, этот храм он будет строиться на протяжении 8 веков. То есть начато строительство его будет в 6 веке до нашей с вами эры, а закончено будет во времена римского императора Адриана. То есть это примерно начало 2 века нашей уже с вами эры. И, конечно,
Падение тирании и восстановление демократии было обусловлено новым строительством новых изданий на Агоре. Здесь был возведен булифтерий для учрежденного совета, того самого Були. Рядом был построен храм, который посвящен был матери всех богов. Он, к сожалению, вообще не сохранился. И, конечно, место народных собраний от подножия Акрополя было переселено на холм Пникс. И на Акрополе в начале V века предпринимается строительство нового храма Афина, ровно на том самом месте, где позже будет построен Парфенон. Ну, приблизительно в конце VI века город был обнесен полностью крепостной стеной. Начало же V века на Грецию обрушились испытания многолетней войны с персами. Дважды город подвергался вторжению врагов, и на Акрополе в этот период были сожжены практически все храмы. Разрушены все были городские укрепления. А после освобождения города Афинине во главе с вождем афинской демократии Фемистоклом, я вчера про него уже рассказала, судьба у него была совершенно незавидная. Так вот, афиняне, они поспешили возвести новые оборонительные стены вокруг Акрополя города, ну и, конечно, вокруг Пирея. То есть это порт города Афины. Акрополь был также обнесен новой стеной. И вот при ее постройке были использованы обломки от разрушенных храмов. А скульптурные украшения таких храмов, статуи, которые являлись такими обетными дарами богини, они, конечно, не могли быть использованы в качестве простого строительного материала, потому что они являлись ее священной собственностью. Их очень тщательно захоранивают в южной и северо-западной части от Акропольского холма, где они пролежали очень много столетий, пока их не обнаружили при раскопках. Ну, а после окончательного уже разгрома персов, в котором Афиняне будут играть главную роль, наступает период наивысшего расцвета афинского государства. И во главе афинского государства стоит, конечно же, Перикл, время правления которого — это середина V века до нашей эры. По праву считается золотым веком Афин. Афина в этот период не только является таким один из самых сильных и влиятельных государств Греции, но Афина становится также центром культурной и художественной жизни всего античного мира. Потому что здесь работают крупнейшие ученые, поэты, художники того времени. Создаются наиболее значительные произведения классического искусства. Афина возглавляет морской союз, который объединяет очень многие греческие города, острова Эгейского моря. Казна вот этого морского союза нахоронилась в Афинах, которые могли, конечно, распоряжаться ею по своему усмотрению. И вот в результате победы над Персией Афины получили богатейшую добычу. И это все позволило, конечно, осуществить очень широкую программу строительства в городе. И был претворен в жизнь грандиозный замысел создания нового ансамбля Акрополя. И во главе этой колоссальной работы стоял величайший скульптор Греции V века до нашей с вами эры, друг Перикла, конечно же, это великий Фидий. Именно под его руководством работала целая плеяда выдающихся скульпторов и архитекторов. И один за другим воздвигаются памятники, которые становятся лучшими образцами классической греческой архитектуры. Это самый величественный, самый грандиозный из всех греческих храмов Парфенон. Это очень легкий и очень изящный храм Ники Аптерос. Это торжественные парадные пропилеи, то есть вход на Акропольский холм. Но это, конечно, Эрихтеион, второй по величине храм на Акрополе. И вот афинский Акрополь в ту эпоху, он в полной мере выражал величие города. Был такой афинский политик Демосфен, так он век спустя сказал о произведениях эпохи Перикла, что они так великолепны и так грандиозны, что ни одному потомку не предоставляется возможность превзойти их. Конечно, действительно, ни одно поколение ничего более подобного не построило. Конечно, век Перикла не ограничивался строительством святилища на Акрополе. Интенсивное строительство, оно шло и в самом городе. На развалинах построек Агры, которая разрушена была персами, возводятся новые здания, строятся булифтерии, галереи, фонтаны. Самой значительной постройкой является храм Гефест, который прекрасно, между прочим, сохранился. И завтра мы с вами обязательно его увидим с высоты Акропольского холма и с высоты скалы Ареопага. Агора становится центром городской торговли. А затем последовала Пелопоннесская война, где Афины воевали со Спартой и потерпели поражение. Помните, я вам рассказывала, что это была такая первая примитивная война человечества. В принципе, когда спартанцы побоялись усиления
на глазах крепнущего и динамично развивающего своего потенциального соперника, когда, наоборот, культура и вообще Спарта оставалась статичной. Спарта первая нападает на Афины, ну и, конечно, эта война просто положила конец процветанию города, потому что она очень поглотила много средств. А ослабление Афин уже не позволяет продолжить такого интенсивного строительства, и самые значительные работы они велись в основном в театре Диониса. Театр, он как раз возникает на южном склоне Акропольского холма в V веке до нашей с вами эры. Первоначально он имел деревянные скамьи, но в IV веке были установлены каменные сиденья и была установлена каменная скена. Причем сиденья, любопытно, там были именные, такой своеобразный VIP-класс. До сих пор надписи в этом театре напротив каждого кресла или на этом как бы кресле, на этом сиденье, они выбиты. То есть кому принадлежало вот это конкретное место. Конечно, общественное строительство, оно ограничивается ремонтом лишь только городских стен, ремонтом водопровода. Значительные работы они велись в Пирее, это порт города, где сооружаются корабельные верфи. В это время очень сильно меняется Афинский некрополь, потому что он превращается в настоящий город мертвых, который были это улицы, в котором были образованы такими от мраморных надгробий абсолютно различные формы. Но подчинение Греции власти македонских царей просто завершает политический упадок Афин, а затем начинается волна завоеваний. В середине II века до нашей эры Рим подчиняет Грецию. Начало разграбления Афин положил римский полководец Сулла, который врывается в город в 87 году до нашей эры. И среди его добычи, которая была отправлена в Италию, были, конечно, произведения греческого искусства, которые очень высоко ценились римскими императорами, ну а члены их семей. В общем-то, собственно говоря, не только вывозили греческую скульптуру, но они считали своим долгом оказывать покровительство городу. Поэтому, например, они выделили средства для восстановления разрушенных античных памятников. И вот строительство, которое проводилось римскими императорами в Афинах, начинается в высшей степени беззастенчиво. При августе, а это конец первого, начало первого века до нашей, начало первого века нашей эры, на Акрополе был сражен огромный храм Ромы и Августа. В самом центре Агоры был воздвигнут огромный на 1000 человек Адеон Агриппы. К северо-востоку от греческой Агоры была сооружена и украшена высокими колоннами римская Агора. Работы, которые проводились уже во II-III веках, они, конечно, выглядят более уместными и тактичными. Так, например, при императоре Адриане, этом страстном поклоннике греческой культуры, помните, он фаворитом у него был юноша Антиной, скульптуру, которую вы видели в музее в Дельфах. Так вот, были построены новый район города, названный в честь его имени, было завершено строительство огромного храма Зевса, начатое еще при Песистрате. И, конечно, рядом с римской Агорой возникает и строится большая библиотека императора Адриана. А последние два века существования Римской империи были, конечно, для Афин временем полнейшего забвения и упадка, потому что после распада Римской империи на восточную и западную, Греция входит в состав восточной, то есть Византийской империи. А с распространением христианства Афины все больше утрачивают значение центра вот этой эллинской культуры, становится просто провинциальным, богом забытым городом и обширной Византийской империи. Древние храмы, они практически все приспосабливаются под христианские церкви. Парфенон становится храмом Святой Софии, Ефестион – церковью Святого Георгия, Эректеон – храмом Богородицы. Внутреннее устройство этих храмов подвергается коренной переделке. Так, например, в Парфеноне при строительстве апсиды были уничтожены центральные фигуры восточного фронтона. Они не сохранились абсолютно. А в период расцвета уже Византийской империи, до 11-12 века до нашей эры, в Афинах строится значительное количество новых церквей. В середине же 15 века Афины, как и вся Греция, были захвачены турками. Парфенон превращается в мечеть. В его юго-западном углу выстраивается тонкая башня минарета. В Эректеоне располагается гарем турецкого султана. В Пропилеях – пороховой склад и казармы. И в середине 17 века случайный взрыв уничтожает почти всю центральную часть здания. Но период турецкого владычества был для Афин временем глубочайшего упадка. Турки, они не допускали европейцев в свое владение совершенно, и лишь немногие попадали только в лишь Грецию. Так, например, в 1674 году
французский посол маркиз Галатель в Турции, он добивается для художников, которые были в его свите, подняться на Акрополь, добивается разрешения подняться на Акрополь и зарисовать античные памятники на Акрополе. Вот так возникают знаменитые рисунки скульптур Парфенона, больше нам с вами известные как рисунки в каре. Эти рисунки, они бесценны для нас, потому что они являются единственным свидетельством того, как выглядели фронтоны Парфенона до его разрушения. И в 1685 году начинается война между турками и венецианцами. Турецкий гарнизон, он готовится к защите Акрополя, он строит новые укрепления. Чтобы освободить место, для батареи был разобран храм Никеавтерос. Его материал был использован для постройки бастионов. Осада крепости была короткой. Перебежчик сообщает, что в Пропилеях и в Парфеноне турки устроили пороховой склад. Так вот, одного ядра оказалось достаточным, чтобы взорвать Парфенон. И была разрушена абсолютно вся средняя часть здания, кроме западной стены, большая часть колоннады. Все это происходит 26 сентября 1687 года. А рисунки были сделаны за 13 лет до разрушения Парфенона. Но когда через несколько дней венецианцы взяли Акрополь, то скульптуры западного фронтона Парфенона они еще держались на своих местах. И вот венецианский герцог по фамилии Морозини, он решил в качестве трофея увезти центральные фигуры западного фронтона, то есть скульптуру Посейдона и коней его квадриги. И когда он начал снимать именно эти скульптуры, рухнул весь западный фронтон и разбился. Ну и, конечно, разрушение Парфенона и взятие Акрополя было совершенно бессмысленно. Венецианцы, они вскоре были вынуждены покинуть Афины, и на Акрополе вновь вернулись турки. На некоторое время для Афин заканчивается период войн, но не разрушений. Потому что любители древности, они проникали сюда, несмотря на все те преграды, которые ставились турками. И не только восхищаться, конечно же, древностями. Но они старались завладеть ими, не брезгая абсолютно никакими, собственно говоря, средствами. Так, в 80-х годах 18 века французский посол в Турции предписывал своему агенту, это вообще на самом деле очень интересная формулировка, похищать в Афинах все то, что можно похитить. Ну так из Афин было вывезено во Францию несколько рельефов Парфенона. Но уж успехи это французов во много раз превзошел английский посол лорд Элджин, который тоже добивается от турок разрешения при посещении Афин зайти на Акропольский холм и взять обломки камней с надписями и фигурами. Так, в 1801-1803 годах он вывозит в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, 56 плит фриза, 15 метоп, креатидус портика Рихтиона и ряд других фрагментов в количестве 200 ящиков мрамора Парфенона. И лорд Элджин, он разорился на перевозке мрамора Парфенона. Он вынужден его все продать в Британский музей. И попав уже в Британский музей, конечно, все эти памятники становятся первыми подлинными греческими скульптурами, с которыми вообще знакомится Европа. И Акрополь, тем не менее, был нанесен, конечно, непоправимый ущерб, который вызвал негодование передовых людей того времени. Вот известна фраза Байрона как раз по поводу действий лорда Элджина. Кстати, шотландцы по происхождению, Байрон сказал, что то, что не сделали готты, то сделали скотты. То есть имеется в виду шотландцы. Так что лорда Элджина здесь очень хорошо знает и помнит. Ровно как, между прочим, помнит, очень хорошо знает Байрона. И не забывайте, что, например, сердце Байрона, оно похоронено в Мессалонге. А его тело, конечно, в Англии. Лорд Байрон принимал самое активное участие в освобождении Греции от Османского ига. Я вам сегодня покажу обязательно памятник, который благодарная Греция поставила своему одному из самых любимых, пусть и не греку по происхождению, но любимых сыновей, лорду Байрону. Конечно, история Греции 19 века, она глубоко драматична, потому что великие державы, они вели себя здесь так же, как они действовали, в принципе, в своих колониях. И стране, которая освободилась ценой крови собственного же народа, был навязан реакционный режим. На греческий престол зашел тот самый немецкий принц Отто. И вот теперь такие государственные, национальные интересы, они истолковывались в условиях, что называется, столично-придворные. Вот с чем явились в страну ее новые правители? Что они знали о Греции?
Они знали о Греции ровно только то, что извлекли из древних писателей, вообще глядели на нее как на одну из тех восточных стран, о которых они читали в арабских сказках. Поэтому еще и в Мюнхене действительно были начертаны теории, уставы, которые были сюда привезены в портфеле, которые сюда пытались приложить в жизнь. И, конечно, буржуазная революция – вполне такой закономерный процесс, который происходит в середине 60-х годов 19 века. Она свергает короля Антона. На греческом престоле вновь оказывается английский ставленник, тот самый датский принц Георг, который будет править страной, начиная с середины 60-х годов 19 века, вплоть до 1913 года. И важнейшей задачей, конечно, в это время становится восстановление и строительство городов, потому что в начале 30-х годов почти все греческие города лежат в развалинах. И вот в первую очередь начинается работа в Афинах. В 1832 году в городе, вот вдумайтесь только в эту цифру, немножко статистики, чтобы проживало всего лишь 2000 жителей. То есть 5 век до нашей с вами эры, эпохи Перикла. В Афинах проживает 250 тысяч жителей. И вообще, на самом деле, по тем временам колоссальная цифра. Начало 19 века, 1834 год, 2000 жителей, сейчас в Афинах 4,5 миллиона. Первый генеральный план Афин был создан греческим архитектором Стаматисом Клеантисом, который учился в Берлине, и его другом, соратником, немецким зодчим Шаубертом. И этот план, он, конечно, был совершенно несовершенен. И, как писал в донесении русскому послу, русскому царю один из послов, что огромный план с улицами и площадями вроде Берлина уже сделан, и если его приведут в исполнение, то солнце будет беспрепятственно палить жителей и в домах, и на улице. Но остается еще одна надежда. Постройки и все работы вообще чрезвычайно дорогие, у правительства очень мало денег. Но, конечно, план был признан совершенно несовершенным, поэтому он отдается на доработку, на корректировку другому знаменитому в Европе зодчему по фамилии Клёнце. И вот эта тройная работа между Шаубертом, Клеантисом и Клёнце заслуживает, конечно, другого уж такого уважения. Была продумана очень грамотная система улиц, были продуманы площади, был город поделен на различные районы, была продумана такая своеобразная лучевая система, и в каждом из этих при соединении этих лучей образовались своеобразные треугольники. В центре каждого этого треугольника располагались площади, разные по значению. Например, центральная площадь перед зданием тогда еще Королевской четы, а сейчас это здание парламента, она была признана такой государственной площадью, поэтому она называется площадь Синтагмы или площадь Конституции. Площадь, например, Амония была отведена под такую общественную жизнь. Вечером, иногда в выходные дни, туда можно было прийти не только выпить чашку кофе, но и купить газеты на будущую неделю, то есть купить свежую прессу. Конечно, сейчас Амония совершенно изменилась, это уже не то место, где можно купить свежую прессу на следующую неделю. Ну, время тоже поменялось. И тоже один из очевидцев писал, что город очищали ломами и топорами от всех застроек, которые не относятся к 5 веку до нашей с вами эры, от турецких и венецианских застроек. То есть было решено вернуть городу вид того самого Акрополя, в первую очередь, вид того самого 5 века до нашей с вами эры. Поэтому все турецкие постройки, все постройки венецианские, все это было разрушено по одной простой причине. Если эта постройка заслоняла вид на Акрополь, она должна быть уничтожена. И здесь как раз мы с вами встречаемся с очень деятельным участием русского посольства. А я вам говорила, что Россия выделяет 100 тысяч рублей, которая была получена за счет контрибуции, и полностью эта сумма была отдана греческому государству для восстановления и строительства новых православных храмов. И вот одной из таких значительных работ является, конечно, постройка храма Андрея Первозванного в Патрах, и плюс еще 3 собора было построено на территории Греции. Но а что касается в Афинах, то целиком и полностью за счет русского посольства была отреставрирована церковь, которая называется Церковь Святой Троицы. Я вам обязательно этот храм сегодня покажу. Это храм, который был построен в начале XI века. Расписан был баварскими художниками. Купол храма 10-метровый. Как раз он баварским художником был расписан. И в середине XIX века Александр II дарит колокол в звонницу этого храма.
И этот храм в итоге, поскольку был полностью отреставрирован на русские деньги, он был передан в дар России. Впоследствии именно около этого храма были похоронены русский посол Павел Демидов и его супруга, ну вот по всей видимости, праправнучка знаменитой главы Академии наук княгини Воронцова-Дашкова. Но известные события 1917 года ставят достаточно большую жирную точку. И дело все в том, что российской собственности за рубежом, особенно церковной, никто не заботился. Да и Афины – это не Париж, и Греция – это не Франция. Здесь не было такого большого потока иммигрантов. Поэтому действительно о собственности никто не заботился. И одно время в нашем посольстве пытались найти документы, которые бы свидетельствовали о факте дарения этого храма Святой Троицы именно российскому государству. Но ВОЗ и ныне там. То есть никакие документы, ничего не было обнаружено. Но по традиции эту церковь до сих пор в народе называют русской церковью, хотя настоятель этого храма уже, в общем-то, совсем не русский. По происхождению он грек. Ну и в церковном совете тоже все греки. И если есть прихожане, то это вот приезжие, в общем-то, русскоязычное население. Но тем не менее, в народе она по сегодняшний день называется все-таки Русской Церковью. Вот, кстати, с нашей левой стороны вы видите один из объектов олимпийского строения. Это стадион, в котором проводились соревнования по велоспорту. Также с нашей левой стороны это стадион, где проводились это футбольный стадион команды Олимпиакос. Стадион, который называется Карайскаки. И вот вообще все, что вы будете видеть, небольшие строения, которые с нашей правой стороны, это все олимпийские объекты. И страна, которая находилась в очень таком нелегком экономическом положении, все-таки провела и очень хорошо, достойно провела Олимпийские игры, то есть первые игры тысячелетия. Вообще Олимпийские игры того периода, вот 2004 года, они стали своеобразно таким знаком возрождения Греции. И вот, кстати, один из стадионов с правой стороны, что вы видите, он принимал соревнования по парусному спорту, по яхтам. Чуть дальше, еще впереди, это стадион, который принимал соревнования по силовым видам спорта, то есть бокс, борьба, дзюдо. То есть это все проводилось здесь. Сам же Олимпийский стадион, где проводились открытия Олимпийских игр, он находится немножечко дальше, вот за теми склонами. Стадион, который был построен по проекту испанского архитектора Калатравы. Он действительно очень интересный, такое сооружение является. И направляемся сейчас в сторону Панафинейского стадиона или стадиона Калимарбара, который был построен к возобновлению Олимпийских игр в 1896 году. Но, однако, он был построен на месте где-то ранее существовавшего стадиона, вписанного в холм Арнет. И, исходя, соответственно, из тех руин, которые там были, в общем, что-то реконструировали, а что-то в итоге заново построили. Ну, в итоге стадион действительно просто заново был отстроен. И полностью он был отделан из мрамора горы Пенделикон. Мрамор горы Пендели – это тот же самый мрамор, из которого построен был весь Акропольский холм, то есть весь Акропольский ансамбль. Ну, конечно, стадион сейчас, он вмещает около 70 тысяч зрителей. Он уже далеко и давно не является спортивной площадкой. Последние соревнования, которые на нем проводились, это были соревнования марафонского бега, когда Греция в 2004 году принимала Олимпиаду, и, соответственно, марафонец он финишировал на этом стадионе. Но, однако, он по сегодняшний день используется как театральная или как концертная, то есть как такая сценическая площадка в рамках летних фестивалей или своеобразных таких праздников, которые проводятся летом здесь, в Афинах. Проблема паркинга, проблема пробок для Афин, она тоже минова. Это такая насущная, на самом деле, проблема. Парковочных мест катастрофически не хватает, машин очень много, у каждой греческой семьи, по крайней мере, здесь две машины. И вы знаете, в какой-то степени греки даже сами спровоцировали такое количество автомобилей здесь, в Афинах, по одной простой причине. Когда-то для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе, был введен такой указ, что в четные дни могут в центр города въезжать машины, имеющие четные номера. В нечетные дни – машины, имеющие нечетные номера. Но греки, в общем-то, нашли выход из создавшегося положения. Они купили все по машине с недостающими номерами. Поэтому проблем таким образом не решена была. Почему именно пытались ужесточить вот такие подобные требования? По одной простой причине – выхлопные газы, которые есть у автомобиля, они содержат серу.
сера в той или иной степени витает в воздухе, она осаживается на домах, она осаживается в том числе и на Парфеноне. И происходит обычная химическая реакция. Мрамор Парфенона, он под воздействием серы начинает превращаться в гипс. То есть он деформируется. И требуется постоянная очистка, естественно, мрамора Парфенона и мрамора вообще Акрополя для того, чтобы предотвратить вот этот вот процесс. Поэтому завтра с вами на Западном фронтоне увидим огромное количество лесов. Ну, я могу сказать, что вообще Парфенон уже 25 лет реставрируют, восстанавливают, его еще столько же лет будут восстанавливать. Это нескончаемый процесс. И поэтому, конечно, здесь для того, чтобы хоть как-то пытаться выправить ситуацию именно экологического характера, вы увидите на балконах домов, на крышах огромное количество зелени. То есть греки рассаживают, высаживают целые оранжереи, целые сады. Мы сейчас находимся в центре, поэтому, в принципе, с вами видим достаточно большие такие острова зелени. Но я могу сказать, что это такое вот редкое на самом деле явление для Афин. Афины из всех стран Европы, из всех столиц Европы имеют самый низкий показатель по озеленению. Поэтому пытается, в общем-то, выйти вот на определенный такой уровень. Ну вот еще с нашей левой стороны снова 16 колонн храма Зевса Олимпийского. Также чуть-чуть вдали возвышается тоже с левой стороны холм Ликовитос, высота которого 285 метров, и он является самым высоким холмом Греции. На вершине видите церковь белокаменную, это церковь Святого Георгия. Это тоже скала. Холмов или скал вокруг Акрополя достаточно большое количество. Например, стадион Панафенески или стадион Калимар, у которого мы сейчас с вами будем делать остановку, он тоже вписан в холм, который называется Арне. По другую сторону от Акрополя есть холм Пникс, есть холм Филопаппу, есть холм, соответственно, Ликовитос. А вот то, что вы сразу с левой стороны видите, достаточно большой такой участок зелени, это национальный ботанический сад или парк, который был разбит по приказу королевы Ольги, той самой русской по происхождению дочери великого князя Константина Николаевича. С нашей правой стороны видите памятник Георгию Аверову, тому самому известному греческому меценату, на средства которого был построен стадион Панафенейский, который мы с вами после светофора мы сделаем остановку. Соответственно, можно выйти будет, пройти к нему, фотографироваться, потом вернуться. Да, большой стадион. Однако прикольно, не знал, что мрамор взаимодействует с серой, получается гипс. Большой стадион. А вот это здание современное, такое немножко бежевое, с левой стороны, это военный музей. Мы же с вами едем к очень интересной скульптуре. Ее сразу и не обратишь на нее внимания, сразу не поймешь, что именно он. Потому что эта скульптура, она просто сольется с теми деревьями, которые окружают нас. Потому что она была построена из стекла и бетона. И эта скульптура бегущего человека, и абсолютно логично, почему именно на этой дороге находится такая скульптура. Потому что символично, но он бежит в сторону, безусловно, того самого Панафенейского стадиона, да, или стадиона Калимармара. Видите? Вот сейчас, с левой стороны сразу. С нашей также левой стороны находится здание одного из самых фешенебельных отелей Афин, здание Хилтона. И это здание было построено в начале 90-х, конце 70-х годов, естественно, 20 века, было построено в нарушении всех правил. По одной простой причине. Запрещено было строить высотные здания в этой части города, потому что такие здания, они закрывали вид на Акрополь. И район, который, получается, был позади, вот в данном случае здание Хилтона, он оказался отсеченным попросту от вида на Акропольский холм. Ну, сейчас стало это абсолютно известно, что здание было построено за взятки. Поэтому было дано такое разрешение, ну, было разрешено строительство в этом месте. Но таким образом закрыли просто вид на Акрополь с северо-восточной стороны города. Мы же сейчас с вами потихонечку направляемся к и национальному парку, и дворцу, который называется
Азапио, где мы с вами сделаем нашу остановку. От этого дворца мы с вами немножечко пешком прогуляемся в сторону площади Синтермаль, где мы с вами, перед тем, как посмотрим смену караула, мы спустимся с вами в метро Афинское. Я вам покажу станцию метро, чтобы вы могли видеть, как подобные центральные станции выглядят. Они такие мини-музеи. Ну и, конечно же, мы потом с вами увидим смену караула. Поскольку мне как в метро, так и, соответственно, на поверхности будет очень сложно разговаривать, будет шумно, я вам расскажу именно символику национального костюма. Итак, вот тот ритуал смены караула, который мы с вами увидим, он был придуман баварскими солдатами. И с 1868 года он неизменно проводится ежедневно и ежечасно. То есть каждый час идет смена караула. И зимой, и ночью, то есть идет. Те национальные гвардейцы в зоне — это элита греческих войск, ровно 120 человек. Каждый из этой пары, они выходят в течение дня по нескольку раз. То есть каждые 3 часа они вновь выходят. Потом у них есть 4 дня на отдых, и потом снова они заступают, что называется, на такой вот пост. И у них своя строевая подготовка. Она в корне отличается, в принципе, от военной подготовки именно греческих войск. И такие национальную, скажем, в элиту, в этот полк, принимают юноши, которые имеют рост не меньше, чем 1,80 м. И, соответственно, что немаловажно, имеют прямые ноги, потому что одевают национальный костюм. И знаменитая юбка фустанелла, она имеет ровно 400 складок. Это по количеству лет, сколько провела страна под игом Османской империи. Сейчас мы с вами увидим летние камзолы, потому что парадную форму, белые вот эти вот юбки знаменитые, их одевают лишь только по воскресеньям и в национальные праздники. Мы увидим песочного цвета камзолы, но тем не менее, вот эта юбка своеобразная, она тоже будет, собственно говоря, нам с вами показана. Красные береты на голове – это цвет и символ крови греческого народа, пролита за свое освобождение. От этого красного берета будет спускаться черная кисточка. Черная кисточка – это слезы греческого народа. Слезы греческого народа, они не падали на землю, они падали на башмаки. Поэтому на башмаках вы видите такие большие-большие помпоны. Вот в эти помпоны партизаны Северной Греции, Македонии и Эпира, а это национальный костюм именно таких воинов того региона, они прятали еще и маленькие такие перочинные ножики, которые не раз, конечно, им жизнь спасали. Сейчас каждый башмак весит около 3 кг, имеет деревянную подошву, и в эту деревянную подошву вбиты 60 гвоздей. Для того, чтобы вот эта мраморная подошва, деревянная подошва не скользила по мрамору. Вот за этот счет вбивают, естественно, эти 60, соответственно, гвоздей. Тот ритуал, он проводится, как я уже сказала, неизменно, с 1868 года. Частично движения были позаимствованы из греческих национальных танцев. Поэтому не удивляйтесь, что будет очень немножко так театрально. Вот с нашей как раз правой стороны, это дворец Запион, который был построен по проекту греческого архитектора Запаса. Сейчас это здание принадлежит национальному греческому собранию. Можно сказать, что оно принадлежит, в принципе, правительству Греции. Что же касается еще вот этого ритуала, то, соответственно, фотографироваться, знаете, просто там мне не очень удобно будет говорить, я вам сейчас здесь скажу. Так вот, фотографироваться со зонами, безусловно, можно, но предельно, соответственно, себя внимательно и очень скромно вести. То есть, поскольку это здание парламента, строилось с 1836 по 1842 год, здание строилось как здание для проживания королевской четы. После 2 пожаров, которые там были, оно было призвано непригодным для проживания королей, поэтому было отдано, естественно, парламенту. Поэтому внешнего такого лоска, именно такого неоклассического стиля, здание попросту лишено. Перед зданием вы увидите могилу неизвестного солдата. И некоторые строки, которые будут там написаны, это поминальная речь, которую говорил Перикл
после, соответственно, перезахоронения останков 300 спартанцев из Фермопильского ущелья. Слова подобного характера, что ты боролся против тирании, и память будет помниться, твои подвиги будут помниться в памяти народа. Плюс щиты, которые вы увидите на стене перед зданием парламента, которые будут отходить от могилы неизвестного солдата, напротив каждого щита будет название городов. Прочитайте название трех городов. С правой стороны самый крайний щит. Они очень хорошо, можно их прочитать даже по-русски. Так что, соответственно, к могиле неизвестного солдата заходить нельзя. Никакого вечного огня там не будет. Но там будет гореть лампада. То есть лампаду мы, в принципе, с вами не увидим, потому что солнце просто в эту сторону будет бить. Что касается в зону, это пункт или пост номер один. Они, получается, охраняют именно вот эту могилу неизвестного солдата. С ними фотографироваться можно. Значит, мы с вами очень скромненько стоим рядышком с ними. То есть между ним и будкой стоять вставать нельзя. Позади него, впереди него вставать нельзя. Только по одному. Очень скромненько подходим, улыбаемся и отходим. То есть никакие ироничные выпады в их сторону запрещены. Ну, я вам еще какие-то комментарии внесу. Пойдемте. Немножечко с вами прогуляемся. В автобус вернемся только после уже, соответственно, смены караула. Мы сейчас в ту сторону будем выдвигаться. Даже не знаю, что это. Я тоже не знаю, что это такое. Это римские термы. Римские бани. Вот храм, который вы видите, это русская церковь. Мы сейчас по другим углам пройдем дальше, по куче видно. Это русская церковь Святой Троицы, которая целиком и полностью была построена и восстановлена, вернее, на русские деньги, про которые я вам рассказывала, что пытались найти документы, которые свидетельствовали. Бабки дарили много, в общем-то, так она ничего не нашла. Колокольный, который немножко левее находится от самого храма, внутри колокол подаренный был Александру II. Да, вот это метро. Такое вот метро. Прикольное метро. Для ткацкого станка. Да? А это не что иное, как лампады. То есть наливалось оливковое масло, смешанное с водой, вставлялся в фитиль, и, собственно, освещали помещение. Это лампады маленькие. Далее, здесь вы видите мозаику одной из римских вил, которая была целиком полностью вот ее фрагмент установлена. А что касается
касается вот этого элемента, то это, на мой взгляд, действительно одна из самых, ну, пожалуй, наверное, важных находок, которая была здесь обнаружена. Давайте чуть-чуть, несколько шагов назад, чтобы вы все видели. Это водопровод. Водопроводная система, канализация и водостоки. Смотрите, канализация была в античную эпоху, в Афинах, уже в 6 веке. И она шла всегда параллельно дороге. Если вдруг где-то что-то забивалось, убиралась часть беды, прочищалась, и дальше вся система функционировала. Что касается водопровода, это на самом деле очень интересно. Так вот, водопровод действительно был проложен. Уже это доподлинно известно, что в 6 веке он был. Может быть, даже и раньше. Он был проложен со склоном горы Гемет. Но если гора и вода с горы идет совершенно самотеком, то как можно было создать вот эту разветвленную систему внутри города? Дело все в том, что гончары, а именно гончары делали части вот этих сегментов водопроводов, они предусмотрели очень интересную систему. И это видно очень хорошо, вот как Юра фотографирует, он точно это видит. Внутри, в тех самых моментах стыка, образуется что-то наподобие небольшого порожика, да? И получается, когда вода идет, она потом падает на маленькие эти порожки, образуется таким образом некую воронку или водоворот. Получается, вода сама себя гонит по этой трубе. То есть это вообще тоже очень интересно. Поэтому, когда откопали подобную систему, внутри, кроме как вот песка времени, больше ничего не было. То есть это абсолютно была чистая система, абсолютно был чистый водопровод. Что же касается того панно большого, которое вы видите, это, конечно, разрез культурных слоев. Когда проводилось здесь строительство метро, параллельно шла работа археологов, метростроителей, поэтому воссоздали вот тот, скажем так, культурный слой, или те культурные слои, которые здесь были на момент прокладывания метро. Здесь было в этом районе очень много захоронений, которые датируются как античным периодом, так и датируются римским периодом. Поэтому одно из захоронений мы с вами, в принципе, видим. Да? Что? В принципе, нет. Фотографируйте сезон. Смена караула, она будет приближаться. И тогда просто уже с ними запретят. Начнется смена караула вот от того щита. То есть они пойдут прямо по центру, развернутся и прямо к могиле небесного солдата. Дальше, когда они выйдут, вот это первый черты мрамора делают, выходить дальше все нельзя. Соответственно, чтобы вы имели возможность заехать в жизнь. Заходи только. Заходи. Юрка с голубем. Вау. Юра с крыльями. Он ему понравился. Угу. Здорово. Смена караула началась. Смотрите, смена караула. Thank you.
Все, все, так, дай поверился. Кто поверился? Спасился. Запил. А вы не присядете? Чинок. Давай скакать. Нет, ну давай разберем, давай скакать. Эй, я Очень смешно обычай. Итак, с нашей сейчас с правой стороны вы увидите здание. Серо-бежевый такой, серо-белый, желтый фасад.
Это нумизматический музей. Естественно, Греция, но это здание еще было подарено Генриху Шлиману греческим правительством. Это особняк Генриха Шлимана, сейчас он музей нумизматики. Все эти здания, которые с нашей левой стороны, это здания, которые принадлежат различным банкам, в том числе и Национальному греческому банку. Через несколько секундочек также с нашей правой уже стороны вы увидите Евангельскую церковь Святого Дионисия. Святой Дионисий, Ареопагит, он является небесным покровителем города Афина, ровно так же, как Дмитрий Солунский находится в городе Салоники. Вот здесь Святой Дионисий Ареопагит, это храм евангелистский. И также мы сейчас через несколько секундочек постараемся с вами сделать остановку напротив здания Академии искусств и науки. Поэтому вполне логично, почему вы здесь видите две скульптуры Аполлона и богини Афины. Эти все три классических здания, то есть Академия искусств и науки, здание университета Греции, Афинского университета и здание библиотеки, они были построены по проекту трех датских архитекторов Хансенов. Вот мы как раз с вами сейчас сделаем небольшую такую остановку, где вы сможете выйти сфотографироваться и на фоне, естественно, Академии искусств и науки, и на фоне двух скульптур Платона и Сократа. Такой вот университет. Сократ. Это Афинский университет, тоже выдержан в стиле именно древнегреческого античного храма, внутри с фресками. Памятник одному из архиепископов греческих, плюс памятник поставлен национальным героям. Также здесь национальная библиотека с правой стороны. И памятник, который вы видите, он поставлен Георгию Сеферусу. Это тот человек, который написал гимн Греции, слова к гимну. Буквально через несколько секундочек мы с вами тоже повернем и дальше продолжим, конечно, разговор. Ну, мы сейчас с вами разворачиваемся снова с нашей правой и левой стороны. Это здание, которое принадлежит Национальному банку Греции. Вы не удивляйтесь неким картинам, которые волей-неволей попадают в наше с вами поле зрения. Все-таки, ну, это беда многих европейских столиц, к сожалению, Афина не исключение. Очень много иммигрантов, а с иммигрантами связаны, конечно, повышение уровня преступности. И все, что, собственно говоря, связано с таким преступным миром, это тоже, к сожалению, не обходит стороной. Поэтому не удивляйтесь неким моментом. Это, в общем-то, на сегодняшний день, к сожалению, но это становится нормой. И чтобы вы понимали, это не греки. Это что, полиция не борется? Борется. Что-то незаметно. Говорите с полицией, ему объяснят, заметно или незаметно. Я понял. Ему скажут, что к чему и как. Понятно. Также мы едем потихонечку вперед. Вот буквально через несколько секундочек у нас с вами будет открываться площадь, которая называется Площадь слез. Ну вот в прямом смысле она именно так называется. Почему? Ну, потому что именно здесь всегда начинались и начинаются по сегодняшний день забастовки государственных служащих, которые, в общем-то, в прямом смысле рыдали, если их вдруг лишали определенного количества льгот. Скульптура, которую вы видите, три человеческие такие символичные фигуры с вверх поднятыми руками, это такой некий символ согласия и единства, к которому, видимо, стремятся госслужащие, отстаивая свои права. С нашей же сейчас правой стороны вы также увидите первое здание парламента, но оно же еще и является сейчас историческим музеем Афин, и рядом с этим зданием парламента будет находиться скульптура национального героя Греции Теодориса Колокотрониса, тот, который возглавлял греческое войско на суше. Вот первое здание парламента с правой стороны, исторический музей Афин и скульптура Колокотрониса.
Мы снова сейчас с вами выезжаем снова на площади Синтагма. Так что всем до завтра. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.